Сейчас мы рассмотрим прибор Dingo B01. Это алкотестер для проходной. Он изготавливается не с двумя датчиками, а может быть в нем вставлен датчик S или датчик D. Разница только в производителе. Один из них корейский, другой немецкий. Поэтому разница в цене. Значит, этот прибор для того, чтобы подключить его в сеть, вот так вот откручиваем. Включаем адаптер. Это если от сети запитывать от переменного тока 220. Можно запитать еще от общей системы. Я сейчас покажу просто так, что запитывается от сети. Вот. Здесь у него крепеж, то есть можно его повесить там, где удобно. Вот смотрите, мы его подключили к сети. Нажимаем красную кнопочку. Он получил питание. И он сейчас находится в состоянии готовности к продуванию. Вот, если подсоединить прибор к смеси, к продувающей, то можем его продуть через смесь. Вот. Индикатор приходит в желтое состояние. Сейчас он думает и дает показания. Смотрите. Значит, тест сам занимает всего 2-3 секунды. Подготовочка к тесту длится порядка 20 секунд. И обрабатывал тест он тоже порядка 10 секунд. Все, прибор готов к новому продуванию. По диапазону, когда он показывает зеленый и когда он показывает красный. И это настраивает индивидуально каждый хозяин прибора. То есть на этом приборе можно выставить удобную вам величину, когда прибор будет срабатывать не зеленым уже, а красным. Вот. Значит, как он у нас поставляется, прибор? Сам прибор, адаптер. Его адаптер. Также в набор входит подключение к скут и его документы. Полное руководство по эксплуатации. Очень наглядное, очень подробное, включающее в себя и информацию о том, как перестроить диапазоны сигнализации прибора. И паспорт. Паспорт прибора с отметочкой сразу с гарантийным талоном и отметочкой о поверке. Вот. Отметочка о поверке. Вот так вот выглядит это дело. Вот. Значит, прибор проверяется раз в полгода. Через полгода его нужно проверять снова. И в этот же момент проходит калибровка. То есть прибор подстраивается раз в полгода.